Самарские волонтеры готовятся к автопробегу, который приурочили к празднованию Дня России. После этого они будут вручать продуктовые наборы пенсионерам и малоимущим семьям. Евгений Щелочков решил стать автоволонтером, когда в Самарской области ввели режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. С тех пор мужчина помогает малообеспеченным семьям, инвалидам и пенсионерам. Он развозит нуждающимся продуктовые наборы и лекарства. Евгений признается, иногда приходится потрудиться, ведь в день ему может поступить до 18 заказов. Сегодня вместе с другими волонтерами Евгений стал участником автопробега. Водители проехали по исторической части Самары, а после отправились заниматься добрыми делами. Сегодня мы решили собраться, чтобы отметить День России автопробегом. Поедем, наверное, по набережной в основном. И, ну, наверное, чтобы, даже не знаю, как люди увидели, что есть тот, кто всегда может помочь. В праздничный день добровольцы привезли продукты маме двоих детей Елене Серых. Из-за пандемии женщина долгое время не могла устроиться на работу. Как раз ребята приехали, помогли. Первый раз это было очень кстати. Вот. Второй раз спасибо огромное. Волонтеры проекта «Мы вместе» начали заботиться о пенсионерах и малоимущих семьях с марта 2020 года. Ежедневная работа в этом направлении продолжается сейчас. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.